Поэтому если ЕГЭ победит, я его поздравлю с победой заслуженной. Подсказка за подсказкой. Это тоже 0,5 баллов. Она сказала, единственная команда, которая... Наконец-то хорошие вопросы начались, вот, понимаешь? Ну, нормально. Ну, это было точно не при мне. Может быть, но я думаю, что нет. У Ислыча было, наверное, самое крупное поражение, это 6-0 от Гродно. 5-1? Ну, в общем, ЕГЭ правильно сказал, да, что не было такого? Не было такого. Не, ну я думаю, что если при ЕГЭ было 7-1, он бы запомнил. Ну да, это ему было 38 или 39, сказали, он еще сыграл за Динамо матч, это правда. Ну, я не знаю, против Ислыча это было или нет, но, наверное, это... 2016, это 5 лет назад? Ну да, наверное, да. Надо стремиться к лучшему. А как получится уже, так получится. Я еще молодой, чтобы мне переплюнуть еще. Да, Виктор, еще переплюнуть, еще 10 лет надо прожить. Ну, 1-0 мы здесь проиграли. Ислычу. Так когда Шик через себя пробил? Это нет, это Ваня Баха забил тогда, я как помню. В принципе, наверное, я думаю, что да. Ну да, мы же там прижимали. Особо моментов не было у нас. А мы линии прижимали тогда хорошо? Не помню, да нет. Ну, я думаю, что вполне возможно, что такое, что не дали. Память у тебя блестящая, да, действительно. Мы в 9-м туре стали единственной командой, которая не позволила сопернику. Ну как память блестящая? Если бы у нее спросили, как думаешь, сколько ударов было в том матче по воротам Ислыча? А так, правда ли? Не-не, то есть это 50 то, что Ислыч не ударила по динамовским воротам. Про этот вопрос. Ну, не, я понял, наверное, посчитал бы. Правда. Правда. Его в том году вызвали, наверное, да? И вот я помню, что мне сказали, ну, как я тогда слышал. Какой вот... Януш? Я не знаю, кто это. Не, ну, серьезно, извиняюсь, но не знаю. Ну, Его, понятно, знаю. А... Ну вот, я же сказал, за Его я точно знаю. Но я сказал, что ЕГЭ, да. 0,5, да. А что 0,5? Подождите, я сказал, не знаю за того. В 2013 году они вышли. Теперь надо 2021 минус 2013 сделать. 17, 18, 19, 20, 21, 8, да. В 2014 году. Нет? Выслать? Нет, он еще сейчас продолжил свою карьеру. Как это можно сказать? Закончил карьеру. Он сейчас еще играет. Ну, он же поехал в арабские там страны, где он... Это же утка. Что утка? Ровно на 0,5 ты меня перевесил, брат. Уважаемые болельщики, а теперь вопрос для вас. В 2017 году Дмитрий Хлебас забил гол в ворота Ислычи, и он стал для нашей команды юбилейным. Каким по счету он стал в нашей команде? Кто ответит правильно в комментариях под этим видео, получит 2 билета на оставшиеся 3 домашних матча нашей команды.